Жил-был в море чудо-юдо рыба-кит. Нерадостно жил, и людям в городе на его спине жилось неспокойно. То наводнение, то засуха, а еще и рыба пропала. Как-то раз два рыбака отправились в море. Наловили они рыбы и уже возвращались домой, но чудо-юдо рыба-кит случайно их подхватил. Смотреть кита было страшно неприятно. Пристали к берегу, вышли на сушу и удивились. Столько грязи, обломки кораблей, скелеты рыб, но самое страшное – живые зубастые бяки, которые ели кита изнутри. Люди отловили бяк, загрузили весь мусор на корабль и выплыли обратно в свет белый. Кит выздоровел и обрадовался. С тех пор на спине рыбы-кита жилось хорошо и радостно. Чудо-юдо рыба-кит – частый персонаж лаковых миниатюр мастеров из села Палех. Сказочные мотивы, кажется, вот-вот оживут. Этот старинный промысел знаменит и сейчас.